Итак, сегодня мы приехали в Лаго ди Барчис. Такое красивое местечко. Можно увидеть, как водичка отступила. Обычно водичка идет по самый пирс. Практически 1.5 метра от пирса уже вода. Так как сейчас зима, странно, зимой обычно тает лед. И, в принципе, он стекает в виде рек и наполняет это озеро. Но в этот раз почему-то воды мало. Вот. Я так полагаю, что это озеро должно иметь метров 140 глубины. Может быть, оно прекрасное, с него можно спокойно взять стакан воды и выпить. Оно очень чистое, без вопросов. Вот он я. Так, всем привет. Как всегда, катаемся по Италии. Сегодня мы в горах. Успели съездить затемно, пока солнышко не село. И сделать небольшую съемку. Так пахнет это натуральный запах, а что ты хочешь? Так пахнет природа, когда какая-то рыбка где-то там валяется, еще что-то. Пахнет как глина, чем-то таким. Там такая желтая пробка, что там проходит?